Досыпка, Григорий, привет. Сегодня мы играли командой «Стимул». Они всегда дают бой, хорошо играют. И в целом 30 минут, я бы так сказал, навязывали вам хорошую борьбу. Посмотрим. Очень немало мячей реализовали. Как ты думаешь, за счет чего? Это просел соперник физически или все-таки додавить? Смотрите, во-первых, тренировочные были, которые мы отрабатывали. То есть, ну и преимущество на соперника. Если вы будете снимать, это больше он расслабляется, он подсаживается, у него либо нет, поэтому и сейчас игра. Больше голов забил, сопернику тяжелее, у них морально. Считаю, что усталость повлияла на ситуацию за счет того, что вы лидировали в счете, а им надо было забивать. Да, и на мне, которым, получается, ну, ты пропускаешь какую-то фазу, нужно забивать, пока сил меньше. Больно, не подсел. А доволен ли ты вообще сегодняшним матчем, если оценить его как 40 минут своей игрой? Надо потратить. Есть, конечно, это в любом случае, это было создано. Больше. Создай мне 2-3 момента на себе. Гораздо было бы приятно сначала. Ну и так, в принципе, счет хороший. Поздравляем с победой. Спасибо.